Приветствую всех на моем канале. Наступил новый 2024 год. Давненько я ничем вас не радовал. И вот в этом видео, как вы поняли, наверное, уже из названия, речь пойдет о педали для ротатора. Ну и не просто педали, а педали уже без провода, то есть беспроводная педаль. Ну и как сказано в названии ролика, что педаль на все 100. Но вы не подумайте, что это я хвалю, что она лучшая из всех, которые есть на рынке. Просто ресурс ее работы на одном заряде аккумуляторов 100 часов. Я надеюсь, что вполне достаточно для того, чтобы не заботиться и не беспокоиться о том, что у вас не хватит энергии для того, чтобы пользоваться этой педалью. Ну, давайте все как бы по порядку. В общем, сам ротатор не претерпел никаких изменений. Все по-прежнему. Вот только блок управления лишился одного разъема и провода, который связывал педаль с ним. То есть теперь в этой же коробочке уместилось все, что было и в педали, и в этой коробочке. И вот теперь этот блок электроники в своем первоначальном размере, ну, имеет всего два провода. Один провод — это провод питания, а второй провод к мотору. Мотор без изменений все тот же, и крепление тоже. Ну вот самым главным элементом теперь является педаль. Выглядит она немножко по-другому. Вот корпус такой теперь уже под новый Lexus. Весь такой граненый. Но имеет тот же размер. Зато теперь у нее такой внушительный вес. Благодаря тому, что внутри практически все пространство занято литиевыми аккумуляторами, которых, как я уже сказал, хватит на 100 часов работы. Благодаря тому, что там подсказывали многие и просили меня поменять расположение клавиш педали, вот теперь все это изменил я, поставил педаль наоборот, и теперь впереди вот нажимать можно прямо на уголок без проблем. Не нужно ставить полностью ногу на всю педаль, чтобы нажимать с обратной стороны. То есть изменил на 180 градусов расположение педалей на педальном мостике. И немножечко по-другому сделал противоскользящие всякие наклеечки. То есть раньше у меня стоял фетр, и он очень хорошо держал на лодках, в которых ковролин. Вот, безупречно. Но вот на скользком покрытии он, конечно, так не удерживал. Вот. То теперь вот тут стоят 6 резиновых ножек, которые, и вот руками даже его не подвинуть, можете нажимать как угодно, никуда ничего не сдвигается. И точно так же на ковролине, вот, пожалуйста, нажимайте сколько хотите, педаль тяжелая, никуда не девается абсолютно. Вот, и так просто ее ногами даже и не сдвинуть, она сама наоборот еще больше врезается. Ковролин
и остаются неподвижны. Ну, теперь, что касается пользовательских возможностей. То есть пока ничего не включено. Вот, как всегда, вы руками все можете работать ротатором, если вам это нужно. Значит, теперь на педали нажимаем кнопочку включения, загорается подсветочка. Все IP67, чтобы сразу вопросы не задавали. Близозащищенный разъем. Вот, для зарядки. Все, теперь ротатор включен. Можно пользоваться вот педалями налево, направо. Как обычно, регулировать скорость. Здесь же медленнее или быстрее. Все остальные функции точно так же, как и в проводном варианте. Доступность пульта. То есть пульта можно точно так же лево-право. Вот. Кнопка C. Это загорается красный светодиод, индицируя, что у нас включен режим удержания. Вот удержание у нас. Крутим. Коробочка все работает. Вот. Выключаем этой же кнопочкой. Вот. Режим автопоиска. Точно так же кнопочка D, как и была, включается. Загорается зеленый светодиод. Ну и режим автопоиска. В режиме автопоиска остановка этой же кнопкой D. Вот. И можно изменить регулятором угол. Включаем заново ротатор. Вот угол можно изменить этим же регулятором, которым вы регулируете скорость ротатора. В любой момент, если вы что-то заметили, вы можете нажать кнопку C. Все, выключается режим автопоиска, включается режим удержания. Если вы, например, не попали, точно уже можете просто подъехать уже точнее с пульта. И в этом положении, в котором вы остановитесь, все будет опять удерживаться. То есть режим удержания будет до тех пор, пока вы его не выключите. И огнем вы можете двигаться лево, право, куда угодно, подруливать, если вдруг чуть-чуть потерялись, хотите с пульта, вот, хотите ногами с клавиш, как вам будет удобно. Все, потом выключили, индикация исчезла. Все. Если хотите пользоваться вручную, все, выключаете ротатор и спокойно крутите. Потому что при включении ротатора активируется режим удержания ротора. То есть, ну, как бы вы можете, конечно, подвинуть, но это с определенным усилием. Вот. В общем-то, в управлении электронном нечего туда руками лазить. Для этого есть и кнопки, и клавиши, и пульт, и все, что хотите. Далее. Вот под этим вот защитным колпачком скрывается разъем для зарядки USB Type-C. Вот. К ротатору прилагается 3-амперная зарядка. Вот. Очень качественный шнур. Вот. Мягенький силиконовый, толстенький. Вот. Который позволяет вам весь этот пауэрбанк, который внутри, зарядить за ночь, пока вы отдыхаете. Все, вставляете в разъем, зарядка пошла, горит красный светодиод,
По окончании зарядки светодиод загорится синим. То есть отключаете, и у вас полный заряд. В любой момент, если вы хотите проконтролировать, сколько у вас осталось батарейки с задней стороны, привычно уже имеется 4 светодиода. То есть вот на сегодняшний момент в этом устройстве полный заряд. То есть аккумуляторы заряжены полностью. Заряжать нужно его, когда остается один светодиод нижний, либо он моргает. Ну, пока моргает, в моргающем режиме, в общем-то, еще можно целый день рыбачить. Вот. Если вы выключите устройство через некоторое время, как обычно, индикация потухнет. И в этом режиме педаль не потребляет, ну, практически ничего, там в районе 1 микроампера вообще меньше, чем ток саморазряда самих аккумуляторов. Поэтому все, что в нем запасено, будет сохраняться надолго. Будем говорить так, что вес, ну, я так взвешивал, где-то 700 грамм. Довольно-таки увесистая педаль, поэтому она везде как бы стоит так мертвой, так просто с места, вот при всем желании не сдвинуть, хоть на гладком, ну, хоть на ковролине. То есть везде стоит устойчиво, и можно на самый край нажимать. Вот, никуда она не сдвигается, не опрокидывается, не болтается, ничего. Размеры остались точно такие же, как были. Вот, как видите, индикаторы погасли. Если вы, например, перед рыбалкой просто хотите проконтролировать, а сколько же там заряда осталось, просто включаете и сразу видите, ага, у меня 100%. Ого, окей, все, я спокоен, у меня все заряжено. Затем, конечно же, закроете вот отверстие для заряда батареи, вот, чтобы туда не попадала влага. Ну, практически самое главное, о чем убедительная просьба, но это не утопить, потому что теперь же шнурка на ней нет, и надо пользоваться аккуратненько. Не так, что положил на борт и забыл. Волна качнула и бульк. Тяжелая, ко дну пойдет сразу. Ну, в общем, для первого знакомства вот пилотный комплект. Теперь все такое вот компактное, будем говорить. В лодке никому ничего мешать не будет. Вот, педалька поставить где кому удобно. Модуль можно просто спрятать где-нибудь недалеко от ротатора. Если у вас есть полочка, положить. Или вот так поставить. Вот, вертикально где-нибудь закрепить. В общем, места много не занимает. И будет один только шнурочек прямо к мотору. Все. Остальное у вас будет вот в руках. Хоть с собой заберите, хоть лодки оставьте. Как вам удобно. Вот, зарядное устройство проверено 10 раз. Очень надежное, легенькое. Вот, кабель тоже. То есть 3 ампера реально все это хозяйство выдает при полностью разряженном аккумуляторе. Поэтому в общем, за ночь легко заряжается полностью весь аккумулятор. Хочу еще отметить, что как бы большую работу я провел с тем, чтобы подобрать и зарядное устройство, и устройство преобразования из аккумулятора в питание для передатчика, который находится внутри. Вот. Все элементы стоят с защитой. То есть каждый элемент имеет свою защиту от короткого замыкания, от козырения. Не просто весь комплект аккумуляторов, а каждый аккумулятор, каждая ячейка защищена своим устройством.
То есть, если даже попадет влага на одну ячейку, то вот она выключится, остальные все будут работать. Ну, то есть литиевые аккумуляторы, они как бы требуют аккуратного обращения, потому что не любят, когда их закорачивают. Вот, если их оставить без защиты, то могут загореться там и все прочее. Поэтому в моем случае это исключено, потому что каждый элемент имеет свою плату защиты. Поэтому все это безопасно. Корпус герметичный. Вот, с уплотнениями. Ну, скажем так, IP67. Вот, то есть булькать его в воду, конечно, не нужно. Но того, что там брызги попадут, ничего страшного с ним не произойдет. Ну, вот и все новости пока. Я думаю, что они неплохие. Желаю всем ни хвоста, ни чешуи.